Звук «О» не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Обладатели этого имени наделены разными талантами и способностями. Неоценимые качества помогают им многого добиться в жизни, достичь тех высот, о которых они мечтают. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. И сообщает характеру дипломатичность, как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Часто люди с гласной «О» склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Люди с этим именем иногда падают в легкую депрессию, начинают упрекать себя в своей неуверенности и мягкости. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Эти люди особенные, так как находятся под управлением планеты Прозерпины. Эта планета очень сильная и эффективная. В Древнем Риме считалось, что Прозерпина очень властная и сильная богиня. Она ассоциировалась с плодородием, успехом и процветанием. У римлян эта богиня управляла подземным царством. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.